Каркуша. Каркуша, попозируй. Наши зрители любят на тебя смотреть. У меня рука вся красная от клубники. Вон птицы разлетались, грачи. Осень уже. Там летают птицы, голуби, грачи. Все деревья уже желтеют. Да, каркушка. У меня ягода вся в клубнике. Он клубнику кушает. Ты такой хороший. Ты такой хороший. Ты будешь от нас улетать на зиму или нет? Скажи что-нибудь. Скажи кар-кар. Кар-кар-кар-кар-кар-кар. Красавец. Лапы грязные. Брюшко чистое. Какой профиль просто красивый. Какая стойка. Он прям, когда я его снимаю, он прям вот позирует, замрет и не шевелится. А какая грудка-то красивая. Как ему нравится, когда его хвалят. Комплименты он любит. Красавец. Я бы даже сказала, орлиный профиль. Каркуша, ты где пропадал вчера весь день? Где ты пропадал весь день? Что молчишь? Тебе нечего сказать? А? Тебе нечего сказать? Красавчик такой. Что молчишь ты? Замер. Ты понимаешь, что видеосъемка, да, идет, и нужно поэтому позировать. Такой спокойный. А если бы я без телефона вышла, он бы тут скакал. А, ты свои волосы. Так как у него прическа, прям волосы такие. Шею показываешь? Шея вообще шикарная. Каркуша, ты так любишь комплименты в свой адрес. Ну, поскочи, иди что-нибудь поделай. Замер. Пока я буду снимать, он будет стоять. Деревья потихоньку вот так вот уже лысеют, так скажем. Листья опадают. Посмотрим, что будет с каркушей через, не знаю, месяц. Останется он или полетит в теплые края? Я читала, что серые вороны в Казахстане поздней осенью летят на юг Казахстана, там намного теплее. У нас климат резко континентальный, все-таки и зимы такие, и бураны, очень заснеженные зимы, снега выпадает много. И минус 35 мороз бывает до 40, поэтому прям холодно. На юге намного теплее все-таки. Вот. Но других серых ворон я не наблюдаю. Члены его семьи, так скажем, мама, папа и вот еще три вороненка, их нету. И тут еще другие вороны летали. Итого 9 серых ворон было в округе, вот я насчитывала. Их нету. Один каркушка. И то он бывает, вот, 2 дня его нету. Надоело стоять. Долго стоял, правильно. Надо чем-то заняться. Да, каркуш? Полетишь? Куда полетишь? Так, без этого никак. Оба. Пошел хватать крюк. Он улетел, потому что побежал на него серик. Каркуша игрался с крюком, а серик... Я видела, каркуша игрался с крюком, а серик, вон он, негодяй, прогнал его.